и переходите в какой класс? Пятый класс. Я надеюсь, что вы в пятом классе не подведете мои знания, которые я вам дала, воспитание, которое я вам давала. Я надеюсь, что будет самый лучший класс в школе. И желаю вам счастья в учебе, удач, успехов. Учитесь на пятерке, учитесь, будьте всегда воспитанными. Еще что пожелать? Желаю вам, чтобы в будущем вы были хорошими людьми. Хорошо? Хорошо. Так, ребята, я вам желаю сегодня провести праздник на отлично. Желаю вам успехов, удачи. Желаю вам огромного счастья. Будьте всегда здоровыми. Спасибо. Будьте всегда хорошими. Спасибо! 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 Понимающие, воспитанные и учащиеся на отлично. Молодцы, спасибо вам тоже. Спасибо. Every time that we talk, it's like we're taking
Книжки и палочки для счета.
хорошее поют. Быть будет здесь петь, танцевать, веселиться. А может чудо случится. Я знаю, что нас непременно вы спросите, кто на празднике главные гости. Отвечу я вам даже не по много. Thank you.
знаете. Учителей Черепашки, Тирей Черепашенко, учителей Черепашки, Тирей Черепашенко, учителей Черепашки, Тирей Черепашенко, учителей Черепашки, Тирей Черепашенко, учителей... Учитель, сюда вместе с нами,
вместе с вами выучили таблицу умножения, решали примеры, изучали звезды и явления природы. Все эти годы из урока в урок, из четверти в четверть, вместе с нами снова постигали школьную науку. Наши родные и близкие люди, вам, дорогие, наше огромное спасибо! Нам мамы порты поправляли, слезинки роняя из глаз, а мы отлично учиться мечтали, чтобы порадовать вас! Вы водили нас за ручку по премудростям наук, все хорошо, вас взяли мы из ваших рук! Без вас! Не только учителя, мамы, папы,
а также бабушки и дедушки. И особо трогательная забота бабушек о своих внуках. Ведь не зря говорят, первый ребенок – последняя кукла, а внук – первый ребенок. Так давайте же поблагодарим и расскажем им стихотворение. Душа во мне и смятение, я радость вовсю не таю. Спешу сегодня с днем рождения поздравить бабушку свою. Стишок написан, все готово. Бери же, бабушка, читай. Живи 100 лет и будь здорова. 100 лет не каждый не чихай. Там у нас такой шум стоит, но мы волнуемся, конечно. Сейчас наши участники готовятся, но я вышла для того, чтобы сказать, дорогие родители, поддерживайте своих детей, хлопайте, молодцы, кричите, а то они такие выходят, как будто перед комиссией. Поэтому прошу поддерживать их всячески. Хорошо? Кричите. А то они там волнуются, так прям переживают, прям аж на меня это действует. Так, сейчас у нас выйдут герои нашей песни. Думаю, что вы поддержите их. Праздник
проклятая война. 9 мая в нашей стране отмечают как день памяти и почести. Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, отстоявших мир в жестокой битве. Желаем всем, чтобы никогда в нашем мире не было войны, чтобы всегда над нашей головой было мирное голубое небо. Легла на землю тишина, промчались весь от края до края. Мир победил, окончена война. Пусть дети встречают рассвет, улыбка ясно спокойной. Давайте же скажем все вместе, нет, нет, правительство война. Нам нужен мир тебе и мне, и всем на свете детям. И долго можно быть рассвет. Ты сам угол.
Thank you.
Don't you come back no more.
предстоящей разлуки. Вы наш самый первый педагог. Дорогие учителя, гости, родители, друзья, вот и здесь закрываем наши воспоминания. Хочу нам не веселиться, и сегодня просто класс. Дальше будем учиться, всем получится у нас. И девчонки, и мальчишки, и разлучные друзья.
родители, учителя, дорогие ребята, вот и завершился наш небольшой праздник. Хочется пожелать детям успехов в дальнейшей учебе, а родителям и учителям терпения. Мне очень хочется, чтобы ваши новые учителя тоже полюбили вас такими, какие вы есть. Слово предоставляется администрации школы и родителям. Пожалуйста, можете свои пожелания. Хорошо исполняли наши детишки, которые 4 года назад пришли, какими они были, какие маленькими детишками, маленькими ручками старались писать, старались разговаривать. Сегодня посмотрели, какой праздничный концерт они устроили. У них очень красиво вышло, артистичность, очень выразительная речь, хорошо. Они танцевали, пели песни, также стихи, как читали. Это благодаря вам, Саля Максимовна. Никогда не оставайте, вот вам таких же больших успехов. А также вашим родителям, которым вы работали вместе с ними. И благодаря всех усилиям, детишки, вам тоже спасибо, старались за ваши старания. Очень хорошо было. Вот сегодня вы прощаетесь с начальной школой, начальным классом. Впереди ждет вас еще более интересное. Желаю вам успехов, исполнения ваших желаний. Никогда не уставать. Мечтайте, стремитесь к лучшему. Доброго пути. Вам и вам, родители, тоже желаю счастья, здоровья и долгих лет жизни, чтобы вашими всеми ихними стремлениями, благополучием, их достижений не только наших учителей, наша школа, мы гордимся, и вас, родители, спасибо вам тоже. Бүгінгі кешеніздің әзіз немалар, қолына құрметті ата-аналар. Міне бүгінгі кешеніздің себепшісі болған сіздердің кішкентайларымыз. Сіз балаларыңыз бастауыш класспен қоштасып, орта класқа өтіп жатқан екен. Құдайым қадемдері құтты қадем болғай. Міне бүгін мектеп сахнасында көріп көздеріміз қуанға тұрды. Балаларымыздың әр түрлі таланттарын көріп, енді үлкен класқа өтіп жатқан уақытында мектептерде әр түрлі байрам тәттірлері жағы өткерледі. Мен осы балаларымызды әрдайым солар қатынастырамын деп қазір көз алдыма алып отырмын. Бұлардың арқасында үлкен билет жатырды. Сол класс басшысы Сәлия апаға үлкен рахмет айтамын. Қолдап-қуаттап тұрған сіздерге ата-аналарға мынамен рахмет айтамын. Әрине шаңырақтарыңызда амандық болғай, өздеріңізге денсаулық тілеймін. Осы балаларымыз Құда қалесе үлкен ел сұрайтын перзент ұл-қыз болып жетілсе бірге. Осы бүгін мектеп сахнасында көрсеңіз, ертеңгі күні Құда қалесе үлкен оқу орындарына кіріп, сол жерлерде сондай өздерінің таланттары мен елге белгілі перзенттер болып жүре бірге. Әмеше тек қана осы көріссек, балаларымыздың қуанышты күндерінде көрсін есепке берсін. Және мәрте бүгінгі байрам сізге құтты болсын. Шаңырақтарыңызға амандық, өздеріңізге бекем денсаулық тілеймін. Рахмет, кішкентайлар, рахметтер, әмеше сондай таланттарыңыз қандай болсын. Хотим услышать ваши пожелания своим детям. Құтты болсын, бірінші өшіретте Сәлем Ақшықайына сізге көп-көп рәхмет, өзінің атыман, әрі атамаларын атыман үлкен мінетті ашық білдіремін. Сонда бірінші класса көрдіңіз басқа шеген тәрбиялар, бірінізді үмірешіп ұсынайды, дәрежек жеткізген сізге рәхмет. Құда қалесе, жоқ старший классларда да құдайымыз ауызды шүлтпенен ата-аналарына балаларымыздың ұсындай жақсы күндерін біргелікте көру несіп етсін. Жақсы бақаларға оқып, үлкен оқу орындарына
11 класты бітірген күндерінде де осындай ауызбіршілікпенен қатынаса берейік. Осы мына мектеп жамәтіне, басшыларға, администрация, мына музыканттарға да бәрімізге рахмет. Құдайым жақсы күндеріңіз көп болып, балаларыңызды бақытты перзенттер болсын. Алейкум, ата-аналар, құрметті мектептің мұғалімдері, сіз сәлеметсіз бе, сізге көп көп рахмет. Осы біздердің балаларымызды осы мектепке жеткергеніңіз үшін көп көп рахмет. Балалар, сіздерге де рахмет. Сәлеметсіз бе, көп көп рахмет. Мен дейді. Ваш будет светлый. Пусть ваше сердце будет щедрым. От всей души желаю счастья в учебе, радостных побед. Пусть обойдут вас все несчастья, как будто их в природе нет. Предчувствуя, что близко расставание, с улыбкой и грустью я гляжу на вас, взволнованно шепчу вам до свидания, счастливый путь и добрый час. Дорогие родители, я благодарна вам за сотрудничество, за помощь, которую вы нам оказали в воспитании и обучении ваших детей. Спасибо за помощь в проведении сегодняшнего праздника. Особенно я благодарю родительский комитет «Жадра» за то, что организовали, родители всех собрали. Большое спасибо вам. Без вас, родители, мы никак. Это вы запомните навсегда. Значит, большая благодарность нашему оператору, фотографу, музыканту, оператору, да? Большое спасибо. Спасибо всем за внимание. Наш концерт заканчивается. Можете фотографироваться, можете поздравить своих детей. Так.
possible. I'm gonna capture time itself with all the stories it can tell. Шаршамадыңыз, құлайға шүкір. Ендігі жағында да шаршама. Сонша ұсылар, COVID-19-дың уақытында оқыға келген балалар. Серіңізларын құшақылап, еш бала өйтіп келген жоқ. Рахмет, бала ақсат болған жоқ. Қар үйдің ерке тайлары еді, сіз бәрін көтердіңіз. Рахмет сізге. Қарбазғар жәлет болсын дедіңіз. Олар сау болсын. Шаршамасын. Адам қылған сіздердің 90% бар. Рахмет, сау бол. Рахмет сізге. Сау бол. Шаршама. Сау бол. Неге оқылар кіргенде сізге? Ауызбану кеттім. Барамын. Ана 11-ді бітірген уақытта айтын маған. Барамын.